Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Steampunk Tower. Так, 500 монет забрали. Тут у нас все готово, готово, готово. И дальше у нас, так, рулетка, подожди секунду. Рулетку крутанем. Колесо счастья называется. Нет, все-таки на деньги, да, вот все-таки на деньги. Может, мне кристаллы нужны были. Ладно, фиг с ним. Так, ну что, ребята, по заданию, значит, нам надо открыть Югославию и отправить агента в Югославию. В Белград, Загреб или Сараево. Пускай нам покажут это все. Вот это нам нужно открыть. 8 тысяч на разведку. Вот, разведали. Ну что, давай в Сараево, наверное. Так. Давай вот этого отправим. Сюда Виктора. Так вот. Ну что, поехали, давай смотреть. Бронемашины, танки, воздушные, роботы, пехота. Все это дело починим. Ну что, погнали? Ох, надеюсь, у нас все получится здесь. Разбомбить, победить. Ну давай там, ракеты сами выбирают себе цель. Да это я уже понял. Нам надо было, кстати, еще одного грача взять, чтобы он бомбил. Транспортный вертолет, новый враг. Ого. Танк высадил, нормально? Офигенно. Ну, если такие враги у нас уже идут. Плохо, что вот это вот бьет. Ну, как бы, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо. Когда у нас здесь врагов нет, она хотя бы помогает нам с этой стороны бомбить. И у нее нет энергии и всякой прочей ерунды, что может нас отвлечь. Вот это вот, наверное, убирать все-таки надо. От нее толку уже здесь мало, и она слаба сама по себе. Так, а сколько у нас волны? Так, только вторая сейчас пойдет. А всего их 4 штуки. Электрическая тоже вот против солдатов слабая вообще. Ни о чем. Какая музыка еще? Мне музыка нравится здесь. Что такая турелище идет? Робот на ножках, блин. Ага. Он у нас электричеством бомбит. Во, вот это я понимаю, ракета шмаляет. Будь здорова, да? Эть, не надо, не надо. Так, перезарядиться, наверное, нашим надо. Ребятулем. Ой. Ну, стоит там, лыбится. Да шмальни ты туда-то, разочек. Нужно очень много нам запчастей, чтобы прокачивать уже оружие. Так, гранатометчики идут. Новый враг, тяжелый вертолет. Но действительно тяжелый.
Это была только третья волна. Сейчас будет... Ага, еще она не закончилась. Да блин! Все, ребят, нам три звезды не светит. Вообще никак. Вообще никак не светит. Оно и понятно, оружие еще пока не очень сильно прокачано. Надо вот этих вот прокачивать, грачей. Они вообще топово рулят. Так, ну здесь отбились. Так, это у нас электричеством, по-моему, бомбит, да? Готово. По-моему, прошли, ребят. Да, победа, но не на три звездочки, к сожалению. Фигня. Тоже фигня. Отправьте агента в Югославию. Подожди, я что-то не понял. Белград это? Почему задание-то не засчитали? Отправить агента в Югославию. В Белград, Загреб или Сараево? Так, эта зона охватывает следующие страны. Венгрию и Болгарию. Греция, Албания. Нам не хватает денег, да, получается? Ну вот это что у нас? Ну вот смотри. Загреб, Белград, Сараево. Это вот... Подожди секундочку. Агента. А, так агента мы отправили. Вот агент у нас едет. Почему так долго? В Белград. Короче, у нас в Белград, точнее, едет агент. Или куда он едет у нас? Пока он едет, давай куда-нибудь... Давай еще разочек, может, попробуем здесь получше пройти. Или... Это я не хочу прокачивать. Это от налогов. А, у нас же еще башня же прокачивается. Я и совсем забыл. Так, башня, башня, ну-ка. Что там улучшить? Индустриальный центр третьего уровня нужен. Главный завод. А, уровень. У меня уровень, ребята. Уровень просто хромает. Так, укрепление подвижных частей. 30 к броне. 30 к броне башни. Один заряд... Ага, для супероружия. Здесь у нас плюс 4-4 урона для супероружия глаз.
Блин, 11 уровень нужно зарабатывать тогда, получается. Броня 350. Ну, здесь я уже, понятно, ничего не смогу сделать, прокачать. Плюс 2,2 урона. Надо, мне кажется, менять. Где посмотреть, какое оружие у меня взято? Злость. Коготь, коготь. Гроза, гром. Ну, что там у нас по карте? А, нужно еще ждать, пока он там, видимо, разведку эту сделает, да? Может быть, Райзена убрать и поставить боевую секиру? Или злость? Вот это вот надо убирать, она от нее уже мало толку. Так попробовать, что ли? Давай так попробуем. Еще, как говорится, разочек бомбанем. Мне бы запчастей бы побольше. На первом этапе все изи. Поэтому все изи, говоришь? Чуть не ушатали, блин. Смотри, на первой волне уже половину отняли. Все изи, ё-моё. У нас правый луч, оказывается, один накоплен. Это хорошо. Одна ракетница за всех отдувается. Давай, 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 бомби, шмаляй по ним там. Радиус, конечно, поражения. Ну, вот до сюда надо свет. А у ракетницы, сам видишь, насколько мощнее все идет. Все? Третья волна? А, нет, не все. Не все. Давайте бомбить этот танк вшивый. Так, ты тоже иди заряжайся. И ты. Ну, здесь, кстати, они дольше намного заряжаются, чем когда они... Чем когда они сами идут на перезарядку. Да поливай ты их уже там. Воу, 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 воу. Так, вот всех тут подчикаем. Нормально так. Лучше у меня их прижучил. А дробаш, по-моему, фигня полная это.
Что-то она в меня врезалась-то. Ну что ты здесь-то кружишься? Вот здесь она намного быстрее, ребят, перезаряжается, когда ты ее ставишь туда, вот на перезарядку. Смотри, здесь медленнее. Или мне кажется, блин. Так, это у нас последняя, да, волна? По-моему, дробовик вообще не стреляет. Нет, стреляет. Да иди ты позарядись, ё-моё. Упс. Гранатометчики, понятное дело. Что-то я тут панику развел какую-то. Нет, паника, ребята, оправдывается. Ну давай, 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 прижучивайте. Да ну какого фига вы пропускаете-то, блин, эти самолеты долбанные, блин. Они закончатся или нет? Они хотят мне... Да ладно. Ребят, на 3 звездочки все-таки прошел я уровень. Значит, все награды сейчас будут фуловые. Фигня. Фигня. Да ладно, блин. Блин, то нам придется ждать, когда она там всю свою разведку сделает, получается. Где-нибудь есть побольше-то, чтобы этот опыта? 28, 38. Мне, блин, до следующего уровня, ты сам видишь. 38, 34, сотка. Протестирую свои тактические навыки в бонусном уровне. Давай попробуем. 100 опыта сразу дают. Если это мы проживем, конечно. А, какой тут проживешь ты? Все, я вспомнил этот дурацкий уровень. Нет, тут... Тут нереально. Вот эти вот, вот эта волна, по-моему, самый оптимал будет. Стрелять куда? Сюда или туда? Давай сюда. Это только была первая волна, да? Готовимся ко второй. Вот объясни мне вот это вот. Вот это вот, что за ересь? Это была вторая, ребят, волна. И последняя, третья.
Вот, опять же. Опять же, друзья мои, вертолеты идут. Как мне их подбивать? Ну, я видел, что там вылетели снаряды. А куда они полетели-то? Ты просто посмотри, сколько здесь. Нет, не буду я пробовать. Я не знаю, как этот бонусный уровень проходить. Я уже неоднократно его пытался, ребята. Нифига. Нифига. Давай попробуем здесь. Что там за дурацкий такой уровень? Как там надо проходить? Мань приложу. Да жму, жму. Так, пока нормально все идет. Может быть, ускоримся маленечко. Хорош ускоряться. Матрён, вертолет этот боевой тут лезет еще. Да бомбани ты вот этого-то хламона. Вместе с этим боевым вертолетом, блин. Ну все, три звезды уже не светят. Я не знаю, как они там быстро меня так закумарили, блин. Звезду у меня уже отобрали. На первой волне, блин, звезду уже отобрали. Зашибись. А лучше не придумаешь. Вот эти вот гаденыши там, а? Это что такое? Это что такое? А, это же этот. Все-все-все, десант. Да он же должен, блин, сдохнуть. Нет, он успел высадить танк, а? Ты посмотри. Да куда ты? Они все на перезарядке. Ну что за фигня, блин? Они все на перезарядке стоят. Ну вообще замечательно. Да это издевательство. Просто самое настоящее. Они все стоят. Этот идет, а они на перезарядке, блин. Дусты, блин. Фиг ли так не проигрывать-то? Специально, если так сделано, а? Опять транспортник прет. Да куда ты? Ну, да.
Да ты фиг его подобьешь, он все равно, ребята, высадит свою эту парашу. Свой танк или что там он. Давай последнюю волну, четвертую. Попробуем отбиться. Хотя бы одну награду получить. Но мне нужны именно материалы. Мне деньги особо-то не нужны. Хотя они тоже нужны, но все-таки лучше материалы, чтобы я смог прокачивать себе оружие. Вот они гады, а. Базучки эти. Ну! Все, ребята, никакой награды, блин, нам. Вообще никакой. Одна. Одна награда всего лишь будет. Прикинь? Этот параш убираем отсюда нафиг. Вот эту фигню, блин, просто отсюда убираем. Вообще ноль толку. Вообще ноль толку от нее. Да фиг ли мне твоя победа? Ты думаешь, меня радует это, что ли? Т 400 монет. Лучше уже Райден был бы тогда, стоял бы у нас. Получается, да? Пройдите бонус-миссию. А какая она? Вот эта вот бонус-миссия еще, да? Ну, давай попробуем. А, я не поменял оружие. А, еще не легче. Угу. Это еще не легче, ребят. Где я должен вот этими вот пукалками выиграть, да? Когда на тебя тут просто армада вражин идет. Когда у тебя ничего нету. Ну ты попробуй выиграть. Смотри, что происходит. Почему эта пушка только наверх стреляет? Да ну, бредятина полная. Просто полная бредятина. Пройди, блин. С вшивыми турелями с этими, которые нифига бомбить не хотят. Ну ты пройди, ты, ну, ты как попытайся пройти ее. Как-нибудь попытайся пройти ее. Как? Если там просто невозможно, блин. Эти турели, блин, одна бьет только по верху, другая по низу бьет. Чушь несут какую-то, блин. Не, понятное дело, что, ребят, надо прокачивать. Без прокачки своих вот этих пушек далеко мы не уйдем. Особенно в приоритете. У меня вот ракетница сейчас идет. Я не знаю, может быть, пилу подкачать еще. Но пока ракетница. Может быть, Райзена еще. Но это не точно. Давай, давай, следующую волну сразу же.
Ну, давай, 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 давай. В плане, у нас уже звезда. Да когда они умудряются, когда они успевают все это... Я не пойму, когда они успевают звезду у меня отобрать, а? Ну когда они успевают это сделать? Не знаю. Самолеты вот эти вот дебильные, да, бесявые, достали уже. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот трешня-то, а. Это последняя волна. Гранатометчики, что ли, опять эти, а? Да опять, опять, друзья мои, ничего не осталось у меня. Все. Захотел подзаработать, нифига не получается. Подзаработал, блин. Да ну, бред какой-то. Просто бред. Ни шанса. Надо же, детальки дали. Ну, по одной всего лишь. Так. Ну, где ты у меня? Десять, восемь, блин. Да, тут тоже дофига. Боевая секира, да не хочу я боевую секиру. Вот, грозу, может быть. Никола Тесла, блин. Ну, будем грозу прокачивать, чтобы было две грозы у меня. Ну что, ребята, энергии у меня не осталось. Будем на сегодня закругляться. Увидимся уже в следующей серии и продолжим дальше сюжеточку. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.